Ну, трудно нам жить без моста, очень трудно. Но вообще здесь места красивые. И раньше я купалась с друзьями, они сюда приходили. Сейчас моста нет, поэтому как-то одной. У некоторых людей газ. Есть, ну, газовые баллоны, трудно переправлять через лодку. Вот это вот нужно нанимать, если у тебя нет своей машины на острове, то нужно нанимать машину, чтобы доставить тебе этот баллон с газом. Машина у нас одна на той стороне, как бы папина, а на этой стороне мамина, но она в низовку утонула. Потонули все вещи, вся техника, у некоторых даже дома. У нас вообще дружная деревня, как бы. Все друг друга знают, поэтому без помощи никто не остается. Мне здесь нравится и природа, здесь спокойно, тихо, и окружающие люди. Не знаю, не сравнить с городом, конечно. Я хочу стать учителем, пойти учиться, как бы преподавать в нашу школу. И раньше здесь очень много училась, еще когда вот моя мама училась, мой дедушка. Сейчас вот придут дети, на каждый класс учитель нужен.